Дед Мороз под Новый год все, что хочешь, принесет. Загадай желание ты и исполнится мечты. Внесем нотку позитива в предновогоднее настроение. Поехали. Что-нибудь детям, наверное, я так думаю. Например? Даже представить не могу. Ну, сейчас игрушки радиоуправляемые всякие, этих вот они только это любят. А для себя? Для себя. Здоровье мне надо, больше ничего не надо. Мне 70 лет. Я все вот заработал. Мне ничего не надо, ни подарков, ничего не надо. Спасибо. Денег. Много? КамАЗ. Ого, куда вы потратили? Детям. Детям, ну, на семью. Да, куда на еще? Семью. У вас такое же желание? Ну, нет. Два КамАЗа? Нет, нам здоровье в нашем возрасте. Самое главное. А из материального? Ну, пенсию повыше. Сколько? Ну, хоть 20 000. Спасибо. Да что бы вы заказали Деду Морозу на Новый год? Ой, кроме здоровья, мне уже ничего не надо. Все есть? Все есть. Даже внучка. А внук? Внука нету. Ну, может быть, внука? Нет, еще 4 месяца внучки. Ну, сука, выжималку. Больше ничего не знаю. Для кухни у меня больше сломалось. Остальное все есть. Машину. Большую, огромную, белую. КамАЗ? Нет. Ну какая-то марка. Джип. Мечтаете подарит? Давно? Подарит Дед Мороз. Ну я думаю, что мы донесем вашу просьбу. Мечтаю, но хочу. Донесете? Да, обязательно. Я буду ждать. Ну много чего мы желаем. Но, как сказать, всего желаем. И самое главное – здоровье. А из материального? Больше только. Что? Внучке только подарки. Новую квартиру. Большую? 4-комнатную. А сейчас какая? 3. А почему такую большую? Ну, потому что каждому по комнате. Вас много человек в семье? 4. Хочу красный аттестат, диплом, да. Ну, это все от вас зависит, наверное, конечно, да? Конечно, это все от меня зависит, от моей работы. А потом куда? Потом в институт хочу поступить. Да. На кого? У меня земельно-имущественные отношения. Сладенького. Много? Очень много. Не хватает сладенького в жизни? Хватает. Ну, больше лучше. А что именно? Шоколадку, киндер-сюрприз, тортик? Все вместе, наверное.